Честно, я не могу сказать, что это будет возрождение нашей российской команды, потому что нужно судить по уровню чемпионата России, который у нас проходит. Соревнуются одни и те же команды. Падают в команды вниз, такие как, допустим, «Спартак» и «Рубин», а это, можно сказать, и есть лидеры, да, нашего чемпионата. И в нашу сборную от силы призывается для первого сбора там, максимум 23 человека, 25. Если сравнивать со сборными там, командами Испании и Германии, то там призывается по 60 человек, да, из которых уже выбираются лидеры. То есть я не могу сказать, что, конечно, мы будем фаворитами, да, я не думаю, что мы будем тоже там как страной какой-то темной лошадкой, вот, но все-таки надеюсь, что с Фабио Капелло мы придем к какому-то результату, и мне кажется, что наши спортсмены должны себе ставить цель определенную, наши футболисты, вот, без цели никуда дальше невозможно идти, и надеюсь, что все-таки мы выйдем из группы, будем бороться в четвертьфинале, а дальше уже посмотрим.